Я думаю, хватит. И тут же, в общем-то, пляж. Ну, небольшой город, не так много площадей в этом городе, чтобы развернуться, чтобы построить огромные отели, да, допустим, как на Анталийском побережье, но зато очень удобно расположено. То есть хотите в центр, вот буквально 10-15 минут вы в центре. Хотите уединиться в своем отеле, чтобы спокойно было, то хорошо, пожалуйста, можно остаться в отеле. То есть в этом смысле очень удобно расположен Marmaris Park и Marmaris Palace. Клубные отели, которые работают по системе «Все включено», на территории которых есть и волейбольная площадка, теннисный корт, анимация, онная группа у вас развлекает в течение дня. Но вот сегодня, к сожалению, выходной день у этой анимационной группы, поэтому вы не увидели эту программу сполна. Вот. Но завтра, там, послезавтра, в любые другие дни вы сразу в 10:30 утра услышите музыку бассейна, призывает вас заняться акваэробикой в бассейне, ну и разные другие развлечения в воде и на суше. Можете поучаствовать. Тем более, что в команде 5 русскоязычных девушек, так что никаких проблем в общении у вас не возникнет. Далее территория отеля Марес, и, в общем-то, с этого отеля начинается уже Марес. У отеля Марес ходят маршрутки зеленого цвета. Они идут по Marmaris, но не доходят до наших отелей. Не доходят до Marmaris Park однозначно. Так что, в общем-то, если хотите совершить минут еще так 15-20 прогулку, можно и воспользоваться зеленым такси маршрутом, а затем совершить прогулку вдоль дороги, либо по набережной, как пожелаете.